Здорово, ребят, я всех приветствую на своем новом видосике. Видосики вы и я, мы снова. Всем привет, ребят, это игра Beam HD NG, не знаю, Drive. Вы, в общем, все знаете, вы помните, да, вот здесь вот даже написано у нас на номерочке. Что я хочу вам сказать, давайте возьмем... А, нет, стоп, для начала. Перед началом я сразу побыстрее всегда начинаю, чтобы время не терять. Перед началом я хочу вам сказать всем приятнейшего аппетита тем, кто кушает, и еще всем приятнейшего просмотра, ребята. Теперь погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, для начала возьмем машину, наверное, другую. Так, 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 давай. Я ни на что не намекаю, конечно, но Брабус. Ну да, Брабус. Кайф, кайф. Обстановка по кайфу. Знаете, только что я хочу сделать? Я хочу сделать вот так, потому что, ну... Поймете, когда-нибудь вы поймете, вы по-любому, вот увидели, наверное, что поменялось на лобовом стекле. Так, теперь я должен вам рассказать, что это за видео, да? Нет, подождите, сначала мы отключаем вот ESP, ESC, ESP, ладно, вы поняли. Так, что я хочу вам сказать, для начала вы же должны понять, что за видос. Видос типа автошколы, вы помните, да? Прошлый видос видели, да? Теперь новый, да, вышел? Вы поняли, да? Все, продолжаем, ребят, погнали. Тихо, тихо. Аккуратненько, аккуратненько. Сегодня у нас, ребят, знаете, что у нас сегодня? Я еще не определился, но, наверное, мы попробуем с вами трек. Вот этот вот, да? Будем наваливать по-лютому. Так что первая попытка уже погнала. Это тихо. Это... Нормально, нормально. Держимся, держимся. Бочком еще раз, да, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо. Так-так-так-так. Я просто даже замолчал. Еще, ребят, обязательно заходите на мой канал, вы там найдете прохождение игры под названием Gas Station Simulator, как вы уже любите, как я люблю. Вот, да, вы меня поняли, да? Обязательно заходим, смотрим, комментируем, ставим лайки, подписываемся на канал и так далее и тому подобное. Вот. Так, давайте-ка, вот так, все, теперь я буду здесь появляться. В чем смысл будет, да? В чем смысл? Мы с вами учимся по факту, да, автошкола, все дела. То есть мы берем, значит, машину, вот, да, взяли нашего Брабуса, которого я сейчас хочу сфоткать вот так вот на превьюшечку. А пока что я его сфоткал, ребят, рассказываю. Должны проехать вот это вот все, Отлично проехать, вы понимаете, не улететь с трассы, ничего, на огромнейшей скорости должны с вами пройти идеально, да, у нас без всяких помощников, ESP, ESC, ESM, GM, ECH, ABVGD, вот это все мы убираем, выключаем. Газ, кстати, вообще сейчас не отпускает. Вы поняли, да? Вы поняли. Еще, ребят, обязательно заходим все в комментарии, пишем, будет ли вам интересно посмотреть видосы, о чем мы с вами... А чё? Едем уже дальше. Будет ли вам интересно посмотреть видосы с вебкой, ну, с камерой, вы поняли, да? Будет ли вам интересно? Если вам будет интересно, я обязательно буду это делать, потому что мне было бы тоже по кайфу, как бы, ну, я вот посмотрю на вашу реакцию, и все, и все. И будут, если что, видосы уже с вебкой. Так, слегка цапать бочком, вот так вот, тихо. Вы поняли, да? Автошкола на то и она и автошкола, чтобы научиться ездить. Так что сейчас, я думаю, мы с вами научимся наконец-то гонять. Так, тихо. Аккуратно, вот, все, ну, не волнуемся, едем потихонечку. Так, никого не трогаем, все. Аккуратно, вот так вот. Так, бачок, тут надо все-таки ручничка дернуть, потому что мы уже не входим в малеха в поворот. Так. Заново. Мы обосрались, ребят, немножечко с вами. Ну как мы, я обосрался, да, в частности, как всегда. А вот такая тактика, вот если вот все время вот этого придерживаться, вот. Так. Слегонца ручника подергиваю. Так, тихо. Бочком. Тихо. В самом конце, ребят, в самом конце, просто... А, еще колесо влетело просто. Просто жесть, ребят, просто жесткач. Так, вот это вот мы восстанавливаем машину здесь. Наверное, последняя попытка будет на данном транспортном средстве. Еще хочу взять Хуракан. Обязательно Хуракан Перформанта, либо обычный, не знаю. Ну, вы понимаете, да, что такое Хуракан? Ну, Маргинь Хуракан, я думаю, вы помните, да? Так,
Ламборгини Хуракан уже был на моем канале, когда у него движок типа заклинил, да? Все, тогда вообще тотал был полнейший. Уф, все в дыму вообще по красоте. Так, это же была последняя попытка, мы с вами берем теперь Ламборгини Хуракан Пифуманти. Перфуманты, ребят. Всем привет, это перфуманты, это гонки в Италии, ребят. Все, погнали, начинаем сразу же. Так, типа, аккуратно. А, ESP забыл убрать, да? Заново. Почему ESP, Здесь же ESC, значит, надо говорить ESC, да? Правильно, да, все, погнали дальше. Так, ну она более устойчивая, по-моему. Вот так вот раз. И все, и погнали дальше, ребят. Теперь лучше, да? Так, аккуратно. Тихо. Ой, бочку. Так. Удержал. Она едет дальше. Да? Ну, в принципе, она-то едет, но. Ну вот как едет, вот в чем вопрос, в принципе, основной, ребят. Так, ладно. Все, теперь надо. Мы же уже умеем. По-старенькому. Давай. Так, вот так. Слегка бочком. Тихо. Еще. Давай. Я вообще рулем не работаю, просто ручника дергаю. И на газую. Газую. Вы поняли, да? Так. О! Кажется, кто-то проехал, ребят. Первый участник у нас проехал, сдал экзамен, так сказать, да? Ну, получается так, ребят. Все, отлично. Ламборгини Хуракан у нас сдал экзамен. Ну, Ламборгини Хуракан Перфумант сдал экзамен в Италии. Все, ребят, погнали дальше. Стоп, какой? Не-не-не-не. Мы берем с вами... Мне вот интересно, что будет, если дрифтовую тачку взять, она интересно вообще пройдет просто вот это все или нет. Тут так, здесь никаких помощников нету, мы сразу берем. Так. На третьей передаче, наверное. Так. Угу. Так, нормально, это пока пробный заезд. Угу. Так, тихо. Перекладочка была. Опа. Давайте попробуем еще раз. Все-таки прикольненько получается так-то. Так, ладно, ребят. Не забывайте писать в комментариях вообще, что вам будет интересно посмотреть еще на моем канале, какие видео, игры, там какие вот. Извиняюсь, прошу прощения, какие игры вам будет там интересно посмотреть, прохождение и так далее, и тому подобное. Так, тихо. Ну ведь почти, я ж уже половину прошел. Нормально. Так. Так, а вот так вот срежем, малеха срежем. Так, бочком. Вы поняли, да? Я, пожалуй, не буду пробовать на дрифтовых тачках. Мы с вами возьмем сейчас, наверное, знаете что? А знаете что возьмем? Вот это. Акулку, как у Литвина. Помните, ребят, раньше было? Жестко было. Ну ничего, аккуратненько. Ага. Вы видите, да, что слабоухая? Почему она белая? Не знаю. Но ладно, оно нам, в принципе, не сильно мешает. Я забыл выключить стабилизацию. Так, значит, пока что я выключаю стабилизацию, я одновременно выключу стекло, да? Чтобы нормально все-таки оно. Вот, ну так лучше, согласитесь, уже видно больше и так далее и тому подобное. Так, аккуратно. Так. Нормально, тихо. Не, ну с первого раза, если пройду, это будет вообще, ребят, это просто заслужит лайка 100%. Тихо. Ребят, это, вы понимаете то, что это автоматический лайк вообще, нет? На второй круг пошел просто, ну это машина-убийца, я так понял, да, просто капитальная вообще, да? Ну получается так. На второй круг пошел, кстати, вот это вот считается, наверное, уже за вылет, да? Ну и что, мы попробуем второй круг завершить, хотя бы без ДТП. Так. Вот так вот, и заканчиваем круг вот так вот красиво, опа. Все, зад подровнял, просто там с завода не очень красиво выглядело. Сейчас, в принципе, отлично, ребят. Но первое место у нас занимает данное транспортное средство, то есть Mercedes GTS SS
класс, купе, Philips, Samsung, iPhone, Все, ребят, первое место у нас заняла вот эта вот машинка, и что я хочу вам сказать. Мне, как по мне, получилось очень даже интересно и весело. А вам я хочу сказать огромнейшее спасибо за просмотр, эта серия уже подходит к концу. Не забывайте комментировать, ставить лайки. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.